Приветик, зритель на канал Позитив Вселенной и тот, кто пришел на канал Позитив Вселенной, подписывайтесь, жмите классы, лайки. Вот да, вот уже и прошло сколько-то время, когда мне воздушно-капельным путем обрюхатил чумба. Я ходила на УЗИ, там просветрили меня, и там хорошенький, красивенький мальчик. Я его назову Дерри. Он такой привлекательный, будет красивенький. Если кто не видел, как это все происходило, можете себя посмотреть. Привет, моя близунька. Пусти в себя мою иголку. Он тебя плюнет, и появится у нас Дерри. Вау, это так клево. Мою матрешку давно никто не трогал, не лапал. Ладненько, мой хорошенький. Я сейчас пойду в душ скажу, помоюсь, чтоб было все хорошенько. А то я матрешечка давно не моя. Ладненько, сейчас пойду, хорошенький мой. Анушка, Анушка, давай быстрее, я тебя весь потею. Или горка рвется, рвется. Давай на Дерика быстрее производить, Дерика. Дерик нужен на свет, Дерик. Анушка, давай быстрее, быстрее. Я уже не могу, Анушка, не могу. Все, я пришла, помылась. Моя матрешечка давно так не страдала. Как я хочу тебя, моя рожа. Отсюда. Давай помни мою матрешечку. Она-то она уже стала как осенний мятый лист. Чумбочка. Давай. Меня так давно никто не соблазнял. Мой принц. Ты такая клёвая. Я могу тебя чувствовать на расстоянии. И я готов, моя малышка. И я готов. Я готова, чумбочка поле. О, чумба. О, хорошо. Как это клёво! Дерик, Дерик, у нас скоро будет Дерик, Дерик, у нас скоро будет Дерик, Дерик, новый герой, Дерик, Дерик, у нас скоро будет Дерик. Ну вот и все. Ждите пополнения в семейке. С вами, как всегда, была Анушка. Жмите классы, лайки, подписывайтесь. Всего вам наилучшего. С любовью, Анушка.